29 июня 2024 год. Вот закончил очередной покос делом и словом. Вот работа под землю. Вот сегодня работал леской троечкой. Вот за 2,5 месяца покоса, сезона покоса, вот есть кое-какие наблюдения. Смотрите, вот леской тоненькой. Но это подобными, где дресьма, где окол, где камушки, где песок, чтобы не летело в ближайшие автомобили, людей, окна, да, стеклянные. Вот, чтобы не поднимался камень, тоненькой лесочкой можно сработать, но она быстро стирается. Потом можно также работать лесочкой 2,4, не поднимая камень. Ну, такой травы уже, наверное, нету, это вот в плане безопасности. А вообще универсально сейчас косить тройкой, леска троечка. Вот, классно, мы их всегда косили. Но тут у меня китайцы подсунули 0,5 километра, 500 метров катушку. Я большими объемами покупаю леску, это так просто с собой взял, нарубил. Вот, четверка. Вначале шла троечка вот такая, как желтая, да? А сейчас где-то 200 метров идет вот такая четверка на бобине 0,5-километровой, 500 метров. Я сначала как бы подрастроился, обманули, да? А потом порадовался. Вот такую первозданную траву, которую ни разу еще не косили, вот с начала сезона, там с середины мая прошло уже 2,5 месяца, да? Вот четверка просто лупит, как торнадо. Вот такой обзор, да? Вот, что, по катушкам, да? По катушкам. Я вот работаю катушками фирменными, да? Вот, штиль 250, катушка S26, черточка 2. Но она стоит 2300 рублей. Я люблю фирменные надежные вещи, да? Она классно заправляется, на дольше хватает. Ударопрочный пластмасс. Да-да. Хорошо, но она стирается, видите, вот эта вот часть, она стирается. Она стирается вот. Вот, представьте, да? Вот такая толщина, да? Сантиметр, да? Такая кнопка такая, чтобы ее ударяешь об землю там или об траву или об деревяшку, и усы выскакивают, да, как пружинная, как лягушка. А вот так она стирается, видите, стирается за 5 дней, за 10 дней работы по песку, по камням, по дресве, по околу, по камням, по куветам. Вот, ну, когда работаешь под землю качественно, да. Вот поэтому смотрите, появились на рынке за 700 рублей на Валберес, но они не додокручиваются. Или шайбу надо подкладывать, или вверх-вниз вот этот от старой катушки, которая хорошо накручивается на редуктор, а вверх покупать. И за 700 рублей они тоже чуть-чуть не то, и за 1200 вот купил, они тоже чуть-чуть не то. Ну, можно доработать, можно или шайбу подложить, чтобы оно тогда закрутится плотно. А так вот эта вот шайба металлическая, редуктор дребезжит, но это не есть хорошо. Вот, ну как бы это такие свои нюансы, чтобы видео было интересно не только клиентам на покос, но и тем, кто сам занимается покосом. Ну и большую траву можно уже косить дисками. Вот я косил точно диски, вот лучше вот такие 40 зубов. Вот эти диски отличные, видите, они с насечками, пока осечки не отлетели, видите, вот такие, как это старый диск, вот видите, пока осечки, видите, как зернышки такие на конце, вот клювика такого, 40 клювиков 40 зубцов. Вот на сутки хватает этого диска. Ну, по такой, по полыни, по клеверу, по конкретному. Ну, пока на пенни налетишь на какой-нибудь или на камень. Есть вот такие еще интересные, но еще не пробовал, видите. Ну, тоже, наверное, нормально.
Вот у нас магазин, который запчасти и штилями торгует, центр, тоже попал под наводнение в августе 2023 года. Вот ребята распродают за полцены вот такие диски. Вот, вот такие диски. Так что все нормально. Вот, очень много участков были в воде, с чем столкнулся срез, да. Вот у нас тоже огород, мы не садим его сыро. Здесь уровень воды был в августе 2023 года 2 метра. Ну все, вот такое качество. Выполним мы ваши заказы. Плюс 7-924-123-24-44 с WhatsApp, с Telegram. Вот, больше видео на YouTube-канале Владимир Стороженко. Там 2900 видео уже. 2900 видео про физический труд. Потому что вот восстановился по здоровью БАДами компании Full Life Research, 4life.dv.ru, 4life.com. Руки в кулаки не сжимаются, а я все работаю. Работаю по сезону: лето, осень, зима, весна, лето, осень, зима, весна, лето, осень, зима, весна. Выполняю все работы. Вот, дополнительные там в лесу, в тайге, там что-то пытаемся подрабатывать, да, там на речке, на море. Вот, физический труд. И всегда сетевой маркетинг. Вот, всегда 28 лет в компаниях сетевого маркетинга, чтобы приобретать качественную продукцию по более выгодным ценам и рекомендовать другим людям, кто нам не безразличен, поделиться, что есть продукция качественная для здоровья, восстановить здоровье от первого вздоха до последнего выдоха и детишкам, и пожилым людям, и спортсменам, и бизнесменам, кто летает из зимы в лето. Вот. 4life.dv.ru, 4life.com. Загуглите. Трансферфактор в спорте, трансферфактор в педиатрии, трансферфактор при беременности, трансферфактор при инсультах, трансферфактор при инфарктах, трансферфактор при раковых заболеваниях. Вот. Я качаю тему трансферфактора при физических нагрузках, да, при физическом труде. Вот. Будете приятно удивлены, если что, проконсультирую опыт использования этих продуктов. 9 лет, и для этого я вот показываю на YouTube-канале Владимир Стороженко 2900 видео моих про физический труд. Ну, там есть еще там про котят, потому что позитив, позитив — это здоровая иммунная система, да. Ну, там хобби всякие. Ну, все, помогай Бог, надо заканчивать. Вот, покос под землю, покос под землю, вот, качественный покос под землю. Плюс 7-924. И качественный покос под землю. Плюс 7-924-123-24-44 с WhatsApp, с Telegram. Стороженко Владимир.